Дорогие женщины, я поздравляю вас с наступающим праздником 8 марта и хочу пожелать вам, конечно же, женского счастья, здоровья, красоты и молодости, мудрости и терпения, прекрасных отношений с вашими близкими, любимых творческих занятий и много времени для того, чтобы была возможность заниматься своими любимыми творческими занятиями. Я желаю вам быть разумными, последовательными, терпеливыми. Я желаю вам сохранять душевное равновесие, несмотря на то, что в мире происходят различные катаклизмы. От того, что мы будем терять свое равновесие, впадать в истерику, в панику, этим мы не поможем миру, а держать себя в равновесии – это всегда лучше, чем впадать в какие-то крайности. И, конечно же, я желаю нам всем мира над головой. И я не то что надеюсь, я верю, я знаю, этот мир обязательно скоро наступит. Можете даже в этом не сомневаться. Я желаю нам с вами взаимопонимания, взаимоподдержки и взаимовыручки. Когда нас много, мы сильнее. В одиночку выживать намного сложнее. Будьте любимыми, любите и делайте этот мир прекрасным. С праздником вас!